Президент Татарстана Рустам Миниханов поздравил детей республики с праздником. Глава Татарстана опубликовал на своей страничке ВКонтакте минутное видео, на котором дети желают доброго утра на двух государственных языках. Татарстан стал самым привлекательным для инвесторов регионом России. Эксперты связывают этот успех с развитием республики системы исламского банкинга. Рустам Миниханов встретился с выпускниками Гарвардской школы бизнеса. Группа из 13 успешных молодых людей приехала в Казань, чтобы познакомиться с потенциалом Татарстана и обсудить перспективы работы в республике. В Татарстане вновь объявлено штормовое предупреждение. На этот раз оно связано с резким похолоданием. Ночью 1 июня синоптики прогнозируют заморозки до минус 1 градуса. КФУ вошел в топ-10 по уровню зарплат выпускников. Согласно рейтингу портала Superjob, в 2016 году молодые экономисты и финансисты с дипломом КФУ могут рассчитывать в среднем на 68 тысяч рублей в месяц. В Елабуге в поле нашли артиллерийский снаряд времен гражданской войны. Историческую находку обезвредили на месте. 21 татарстанец претендует на поездку на Олимпиаду в Рио. В числе кандидатов – выпускники КФУ, тяжелоатлеты Андрей Диманов и Дмитрий Хомяков. На Кремлевской набережной Казани откроют уличную библиотеку. Горожан призывают не только активно ее посещать, но и делиться уже прочитанными книгами с другими. В набережных Челнах отметили Всемирный день без табака. Жители города фотографировались со специальными табличками с фразами о негативном отношении к табакокурению и слоганами «За здоровый образ жизни».